хорошо. Нильфы в Тимирию Коновалова отправили. Говорят, подвезимой целые деревни остался. Коновалы эти больных живьем резали. Боги им такого не простят. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Поди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане?
холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Интересно. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился, серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза.
Ой, что, неплохая работа моему любушке подвернулась. Оно, конечно, не хуже. Вчера вы что такой стулы? Шевелись! Да ну тебе, не вздохнул. Стой! Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важно. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Будет, как баронский с ней по пляжу. Ты в Темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше Темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да, команды. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на кайду прибереги. Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анной. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Yes. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. Да чё здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело?
Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Можно выходить. Ну, ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну.
Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная! Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька, дядюшка Весемир. Как ты их порубила? Вот волчий король обозлится. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Брюхов все разодрано. Отлично, все есть. Когти очень мощные. Осталось найти волки место, где можно смогли развести огонь и спокойно. Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься!
Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Знаешь, а дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не... Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной... Вчера всю ночь нажирался. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня.
Комната Тамары там. Только не устраивайте бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжелым. Сломанный подсвечник, пятна от вина, кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Ну как, уже осмотрелся? В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. И я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Да я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет 5. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Меригольд, и сказала, что хочет куклу, ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда?
Время ее порядком потрепало, но она все еще ничего. Если у тебя с нильфгаардцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. Узнаешь этот медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожеи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Ну и бадун у меня. Кажись, у меня чесотка. Да? Поехали в деревню за Данди, а этот девку трахнул. И кровавый барон... Зачем ты все руки? Может, сделаем этот чудище поохотится? За какие грехи наказали меня боги такой? Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже вот? Но! Аж поблизи. Помоги старой слабой женщине! Что случилось? Ночью безбожники часовенку верной милосердной разорили. Чтоб им пусто было! Починить надо на часовенку, иначе верно обидится! Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки забаршивеют. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Обледнел от голода. Но! Ой, ну и баду. Как накатит, так зло и делается. Эй, Влад! Ты гляди, приблуза как-то. Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем.
Может, как-нибудь договоримся? Мы ни с кем, сука, договариваться не собираемся. Мы мести хотим! Убирайтесь отсюда. А я-то думал, что сегодня будет день без трупа. Слыхал я, что чародеи хорошо платят за органы редких существ. Интересно, сколько дадут за его глаза. Слишком седой. Посмотрим, что за человек насолил приятеля Медрика. Есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк? Седой, а не старый. Его-то ворожи и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел, ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. От чего он ее должен защищать? Злые силы Анну окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать. Лучше княжны. Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна, куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварные чудища.